И я специально для себя, чтобы не было никаких там недопониманий, я сделал фиксацию и сделал скриншоты и записал видео, где у меня выстреливает сумма. Мне пришло извещение о наличии задолженности 107 тысяч, смс-сообщение, через Каспи приложение. Я хочу его оплатить, но у меня не получается, поскольку, я говорю, выходит другая сумма, совершенно другая сумма. Я поняла, Кайрат, но у меня тоже то же самое пока за 107 401 деньги. Кайрат, вы сейчас сделаете, снимите деньги с этого, или не знаю, как у вас вы сделаете. Через терминал попробуйте оплатить, чтобы у вас клиней не было у нас и просрочек не было. Просрочек в будущем, они понадобятся, вдруг я еще раз будете оформить кредит. Ну, я это могу сделать, я это могу сделать. Но для меня, да, вы же КБ, Каспи Банк же, он же все-таки больше направлен на клиентов своих. Для меня удобнее было бы оплатить через Каспи КЗ, да, которая понимаю. Сейчас по какой-то причине, я не знаю, по сбою или что, выдает мне совсем другую сумму, с которой я не согласен. Я понимаю вас, потому что я сама тоже через приложение кредиты оплачиваю. Мне так удобно. Мне удобнее, поэтому я же и говорю как раз-таки. Мне удобнее оплачивать именно через Каспи приложение. Я сейчас как бы не располагаю свободным временем, чтобы идти в банкомат, снимать эти деньги, потом искать терминал и через терминал вносить наличку. Для чего тогда? Для чего тогда я пользуюсь вашими услугами? Я же за это оплачиваю еще деньги дополнительно, какие-то услуги за обслуживание кого-то, за обслуживание оплачиваю еще сумму. Смотрите, вы только через приложение отправьте, можете произвольно написать 107-401 на деньги и все. Больше не надо ничего обратно. Я пробовал, но у меня не получилось. А, не уходит, да? Не уходит. Вот в чем проблема. А 129 тысяч я не намерен оплачивать. Почему? Зачем я должен? Там, ну да, я понимаю, и зачем мне оплатить? Я не должен, я 107 тысяч должен, я согласен, но не могу оплатить. У меня есть на карточке денежные средства. Просто сейчас, да, я вынужден. Теперь как бы я вынужден был обратиться на 4 девятки позвонить. Обратиться с жалобой, которую зарегистрировали. Но опять же мне сказали, что ответ и проверка будет проведена в течение 2 или 1 суток. Не раньше. А я хотела, чтобы позвонили на 4-9, а вы уже позвонили. А я звонил. Я по этому поводу звонил. Я сразу же позвонил, как только мне стало известно о том, что сумма превышает той суммы, которую я ежемесячно оплачиваю. Ну, я, Кайрат, если честно, я ничем не могу помочь, потому что у меня все сумма совпадает с вашим. Ну, вот что? Уменьшили, опять уменьшили. На 8 тысяч уменьшили, теперь пишется 121. Просроченный платеж 121 181 тенге. Каспи приложение, Каспи КЗ приложение. Нет, просроченный у вас всего 1 день и выходит 107 401 тенге. Вот, да, у меня есть эта сумма, но я не могу ее оплатить. Это значит, их не ошибка, раз они уменьшили. На сколько уменьшили? На 9 тысяч, да, уменьшили? На 9 тысяч уменьшили. Но все равно большая сумма, да, лишняя выходит. У меня вот не выходит, я вот хочу оплатить, да, но у меня опять же как бы выходит окно оплатить именно 121 тысячу. Не 107 тысяч, а 121 тысячу, хотя я вношу произвольную сумму. Кайрат, давайте сделаем давай. Алло. Сумма по кредиту составляет 107 тысяч тенге, но почему-то приложение Каспи КЗ с меня требует произвести оплату в размере 129 тысяч тенге. Поэтому у меня возникает вопрос к руководству АО Каспи Банка, почему так происходит. Прошу принять меры и разобраться в ситуации.